Серьезно? И сюда Росомаху еще сейчас нам закинут? Давай! В смысле, беги? А, не, это какой-то крутой чувачок. Да, не с тем слез... Нифига он. Это что за Джон Уик-то начался? Ха. Бля, мы сейчас за Эшли будем играть. Серьезно, вот прямо сейчас, да? Да беги, что ты стоишь-то? Закрыла и беги. Бежать нельзя. В смысле нельзя? Я иду, Леон. А ты его решила спасти, ни хрена себе. Эшли решила спасти Леона. Ага. А, Эшли решила спасти Леона. Блин, я не так рассчитывал этот стрим сегодня заканчивать. Я думал, мы дойдем до торговца, спокойно так, поторгуемся. А после этого фонарь. Только... А, тебе еще фонарь. Вот тебе фонарь. То есть это, скорее всего, хоррор-элементы сейчас пошли, да? Стой там. Беги. Давай. Я себя, почему я так не умею? А почему я в игре так не умею? Бежать нельзя. Я иду, Леон. А это сейчас за нее играть? Спасите Леона. В смысле спасите? А что у тебя есть? А у тебя нихуя нет. А как ты драться умеешь? В оригинале тоже, кстати, был момент, когда мы играли за Эшли. Но там у нее что-то было, по-моему, изначально. Так, а здесь у нее что-то ничего нельзя. Надо найти фонарь. Нахуя, и так все видно. Вот фонарь. Это плохо. Давай. Это прям плохо. Это прям плохо. Это прям плохо. Хорош. Ленчик вообще молодец, реально. Ленчик молодец. Заебись ловушечку, да, мы собрали? И что дальше? Неприятно. И что? Бежать нельзя. А что делать? Я иду, Леон. Так а чё, и что, она будет типа меня сейчас спасать? А, да ладно! Ебать! Это что-то неожиданный повод, я не знал же, что за Эшли будем играть. Охереть! Так, подожди, так у нее же ничего нету, блядь. А что я могу, просто красться? О, заебись. Ну охуеть. Начинается какой-то хоррор, блять. Ну ладно, без нее будет проще. А, стоп, я в целом вообще без нее. Как уже залез? Ого. Как удобно, что он с ними расправляется в катсцене. Надеюсь, у меня патроны не тратятся, пока он это делает. Ну что еще? Папань, Аяя, иначе заранее, чтобы ты потом не бегал. Не пропусти след, лоб и привод на кесть, он под лавочкой. Я не слышал, сказал, мне кажется, иначе заранее звучит как какой-то гайд. Пожалуй, пока не стоит пересчитывать. Иначе заранее что? Wait, what? Почему я буду играть? Нет. Нет. Безоружным играть. Okay. Light. Блять, ну вот лайт. Безоружной деточкой играть.
Да пиздец. Опять? Давай. А меня в клетку закрыли? Что, гладиатор что ли дохуя? Хуя. Чё ли, он Джоном Уиком заделался, что ли? Нормально вообще? Малая, помоги быстрее, давай! Думай, что можно сделать! Я в клетке! А сейчас прикинь, мы за нее, если будем играть. Бежать нельзя. Бежать нельзя! Надо спасать! А ща прикиньте, если реально, помните, такая тема была же? Мы, по-моему, во втором Резиденте играли за Аду Вонг в свое время. Реально? Лол. А чё ж там с Леоном? Да кто стучится? Давай я открою. Прикиньте, только заперла уже открывать. Кто стучится? Так, я так понимаю, никаких боевых навыков она не имеет, но зато может в себе носить предметы. Надо найти фонарь. Да, блядь, в средневековом замке фонарь же на каждом шагу стоит. А, ну хотя, кстати, вот. Он как светит вообще? Нормально вообще? Светить вперед. Так он даже... Он этот. Он... Это современный фонарь. Он не огнем светит, это не керосиновая лампа. Нормально вообще? Не, ну... Гений ли он? Леон гений. О, бесконечные пули, разъеб. Да не откроет он, забей. Бежать нельзя. Я иду, Леон. Нет, если за нее можно играть, то это надо моды. Потом, конечно же. Бля, че я бегаю, как еблан какой-то. Надо найти фонарь. О, нет, снова эти... Леон, сзади! Говнари. Стой там. Да-да. Чё? Охренеть. Беги. Давай! Господи, а это чё кто? Личный топор бежать будет? Бежать нельзя. Я иду, Леон. Что? То есть, как бы, в смысле... Что? Серьезно? Мы играем за Эшли? Вот это поворот.